Всем здравствуйте. The Station и... Чумные. И в носу войны. Поковырялся. Я? Нет. Этот палец не пробил брешь. Он коснулся обшивки. Чумные войны, значит, надо в носу ковыряться. Да, и съесть в идеале. Ну ладно. Другой раз. Это контент для стариков. Смотрите, скоро будет. Мы сегодня с Андреем расскажем вам новые приключения Желимана компании, его огромной в крестовом походе циклопического размера. Не Индомитус уже, это новый крестовый поход, копье Оспандора называется. По отвоеванию всех миров Ультрамара. Потому что что делает Матарион? Гадит, как англичанка буквально. Летает по галактике и выпиливает мир за миром. Вообще Ультрамару не повезло. В Ересе Хоруса Ларгар с Ангроном в теневом крестовом походе устраивали на Ультрамаре. Один за другим мир гасили. А тут вот Мартарион через 10 тысяч лет. И вот, сука, Ультрамар ненавидит он. Ненавидит, хочет брату дать по щам. Ну, вы, наверное, поняли линию уже партии. А вторая Гая Хейли, которая отвечает за весь основной костяк бэкграунд новой редакции. Хорошо-плохо, не знаю, но это правда. Потому что он сейчас будет про Белизария Коула книжку делать, выпускать через уже неделю. Уже выходит, да. А это все вот буквально хребет нового бэкграунда, вокруг которого уже все остальное вот так вот накручивается. Потому что он повествует от лица, в первую очередь, Желимана, Мартариона и демонов. Так вот, Мартарион, мы уже поняли, что он плакса и хочет просто отомстить Желиману за все хорошее. Так вот, остановились мы на том, что гигантская крепость Галатан, она пум, исчезла и устремилась на Парменио. Потому что там нужно дать бой силам Мартариона, уничтожить его демонические часы. Все там и медом намазано. Да, которые и служат проводником, энергиям варпа, что извращают вот этот весь сектор почти. Все эти 500 миров Ультрамара. Желиман об этом знает, и тут даже идет своим крестовым походом. У него все целенаправленно, мир за миром. В предыдущих сериях видели Мартарион, Кугат, совещались. Что типа, ну может как-нибудь там это... Нет, хочу, говорит, чтобы Желимана на Парменио вот прямо нагнуть. Чтобы он на Яксе, а это теперь называется по-другому планета, по-демонически, Мартифиакс, что-то такое. Ну, исказительное название Якс. Вот, чтобы на Яксе уже была совсем беда Желимана. Мартиакс какой-то. Мартиакс, что-то такое, да. И там его и грохнуть. А на Парменио нужно задержать очень сильно, задержать по максимуму. И Кугат, не хотя соглашается, отправляет свои демонические легионы, когорта за когортой, из Мартиакса прямиком на Парменио. Ну вот, там же был разговор Ката Сикари вместе с Матье. Ну, это вы помните, да, знаменитое? Который каждой бочке затычка. Да. Везде, надо ему залезть. Ну и, конечно же, немножко повествование от Желимана. Сейчас мы видим, как прореха в реальности, как обычно, разверзается, и оттуда появляются корабли крестового похода Эспандор. Копье Эспандор. Это крестовый поход Желимана, который направлен в первую очередь на отвоевание своих собственных родных миров. И вот они появились в системе Парменио, недалеко от Парменио Прайм, той самой планеты, на которой происходить будет все основное действие оставшейся части книги. И вот они появляются, появляются один за другим, и видеть такую картину. Планета в осаде. Вокруг нее находятся корабли чумного флота, то есть гвардии смерти. Как они думают, считают. И появляются силы тут. Многочисленные различные корабли. Не только ультрамаринов, но и Легио Титаникус там есть. Там есть механикусы, которые подтащили свои силы. Какие-то просто нереальные... Сонмище, да. Не-не, сонмище кораблей Астра Милитарум, различных полков. Вот, они все туда стягиваются. Трупа поддержки. Да, при этом на огромных транспортниках, этих самых, это не ковчеги механикус, просто транспортники там находятся, нам описываются молитвенные часовни, где чуть ли там не основные ордена сестер битвы присутствуют. В общем, многие отозвались на зов Желимана. Помогите, пожалуйста. Ну, я лорд Рейтинг, ну, может быть, нет. Многие отозвались, но Желиману мало. Потому что многие сказали... Нет. Тут прореха в реальности через галактику самим плохо. Ордена, которые пришли на помощь, это почти все дочерние ордена. Другие сказали, не надо. Нового Марина и прочие, они, да, конечно, связаны, да, вассальными клятвами, как ни странно. Да. И если лорд призывает, то зашкварно было бы не пойти. Именно. Остальным пофиг. Остальным, видишь, что пофиг, у них своих проблем теперь хватает. И они решают
проблемы ультрамарины, ну, по сути, своими родными силами. Но отозвались на помощь зато простые смертные, Mere Mortals. Вот те самые как раз полки Имперской Гвардии прилетели, ну и Механикус тоже, куда же без них, решили помочь. И вот они смотрят, осада. Жлеман всматривает, сидит на своей ярости Макрага, ну, Макрейджа, всматривается и видит там кораблики, и понимает, что это, ну, не Десгард, не Гвардия Смерти, это просто ренегаты, предатели. Какие-то космодесантники, которые отринули лоно Императора, скатились, все скурвились, с концами отдали свою жизнь. Нургулу, да, именно так. И их все-таки боевой флот тоже развратился под влиянием варпа, где они долгое время и находились. На его мостике находится также все командное отделение. Там у него Викатрикс Гарды, почетная стража. Есть один кустодианец, красавец-мужчина, золотые доспехи. В общем, трибун Молдовар Колкан. Также некоторые из командующих чинов располагаются по правую руку от него, вместе с советниками многочисленными. Вокруг него опущены экраны, и он считывает всю тактическую информацию. Как только они покинули пределы варпа, он сразу же начинает обрабатывать Жлеман своим могучим мозгом. Все донесения. И строить планы. Двигатели, да, двигатели на полную мощность и начинают сближаться с Парменио планетой. Само собой, время для этого нужно немало. Они-то целый день летят. И он готовится. На его мостике находится рядом с ним такой интересный персонаж, как Тетрарх Феликс. Феликс, герой предыдущей книги, это был Примарис. Примарис-капитан, парень хороший, классный. Его сделали тетрархом. Куда какие тетрархи? Просвещай-ка! В отчинах Ультрамара правят тетрархи, похожие по функциям на губернаторов субсекторов. Каждый из них является капитаном ультрамаринов или главой Ордена Наследника. Тетрархи выполняют одновременно политические и военные обязанности. Вот, ведь признаете, что Жлеман поклонник Ереси Хоруса, видимо, и зовут 30К. У него там были тетрархи. Да. Умирали, правда, все. И он вернул этот титул, да. Теперь 5 тетрархов, с каждой за своей планетой, как лорд командует. И у каждого свое направление. И вот сейчас Феликс, он командует как раз всеми силами, которые присутствуют здесь, от космодесантников, по отвоеванию Парменио. Это он командует операцией, ну, конечно, под присмотром Жлемана, само собой. Он, грубо говоря, исполнительная власть, а Жлеман законодательная сейчас. И он сидит, Феликс, обычно он как бы среди бойцов, там что-то по мелочи распоряжение отдает, готовит всех, но он, написано, вот ценит те минутки, когда он может прийти к трону такой Жлемана и чему-то поучиться новому своего отца, своего владыки. Чмокнуть его. Ну, там так написано, конечно, это мило, прям поучиться чему-нибудь своего примарха. Иди сюда, тетрарх, я тебя научу кое-чему. А кустодианец стоит, и у него такой описан темперамент, что он что-нибудь говорит, а Жлеман такой, щегол, мы сделаем так. И у кустодианца так, и он вспоминает все свои неудачи сразу же. И самую главную неудачу и невезение по его жизни – это давление власти Жлемана над императорскими устоями. Ну, не нравится это ему. Потому что кто они? Они избранные императора. Но император не очень жив, а Жлеман-то вот он. Вот именно. И не нравится, что Жлеман больно тут хозяйничает. И как бы вот. Жлеман, не всем им, а ему именно. Жлеман повелевает танцевать. Вот именно. А они не хотят. Все ближе Парменио становится к кораблям. Ну вот, и он ведет совет. Типа, ну что, бояре, как будем действовать? Прорывать нужно блокаду, выходить на планету. И реально смотрят корабли. Чумной флот. Ну и наш любимый Колкан. Уничтожить, выжечь всю ересь, подавим этих богомерзких ублюдков. Жлеман такой, ну, ты не спеши, там же парни тоже непростые. Простые, это же не абы кто, легионеры какие-нибудь. Это же не легионеры, это же всего лишь предатели. Сброд. У них нет у этого сброда того опыта, что есть у Гвардии Смерти. А Жлеман такой, ну, может, да, конечно, но ты недооцениваешь противника, дружок-пирожок. И вот его опять зубы скрипят, блядь. Вот смотри, дружище, Феликс, ты сейчас будешь особую миссию исполнять. Тебе нужно прорваться на Парменио. Так точно, слушай, спинусь, есть, сэр. Ну вот сейчас будем делать план капкан.
прорыв. Собирай братушек, возьми капитана Сикария и дуй, пожалуйста, в ангары, готовь бойцов, рассаживайтесь. Есть, сэр, слушаюсь. Десантные капсулы? Не-не-не-не-не. Готовьте абордажные торпеды. Вот, они все ближе подходят. И острее копья, ярость Макрейджа, тормозятся перед флотом чумным. Он выстраивается тоже, конечно же, такую колбасу боевую. И смотрят друг на друга они. И Жлиман говорит, ну ладно, ребята, на абордаж! Нет, пора в бой. И по воксу начинают, ребята, я лорд-регент, говорю всем, сражайтесь, как в последний раз, ребятушки. Отсылаю я вас почти на верную смерть. Враг силен, но за нами кто? И у него прям так, император. Я буду смотреть за вами в бою. И он такой, прям там написано прикольно, он так помолчал. И он тоже будет смотреть за вами. Ему не нравится вот это вот врать людям. Он же, помнишь, император, ну кто это? Он умер, император. И он когда говорит, что... И он будет присматривать за вами тоже, и ему не нравится прям это. То есть автор хоть где-то приятно делает и педалирует линию, что Жлиман атеист. Вот. И такой, все, устройте им взбучку. И ярость Макрейджа остается, а все остальные корабли, которые вот прикрытие, они туда устремляются в жгучую, это космическую еблю. И там лучи, макропушки загрохотали, полетели торпеды, лазерные вот эти, лазеры режут пустое пространство, а сама ярость, она накреняется и сближается с планетой. Все ближе, ближе, ближе. И капитан ярости Макрейджа, Брей такой, у него маленький трон сбоку. У Жлимана огромный, а у него сбоку. И он все время написано, как-то неуютно себя чувствует в его тени. Ну вот, он такой, можно вопрос? Да, маленький дружок-пирожок. Он такой, а мы же сейчас это, ну, гравитация, ну, как бы, упадем. Это правильный вопрос, дружок-пирожок. Включить тормозные системы. И ярость Макрейджа разворачивается движками, начинает в другую сторону, грубо говоря. Да? Разворачивает лес, чтобы не угодить в ситуацию. Гравитационный колодец планеты. Да. И затормаживается, говорит такой, ну что, подготовьте наше супероружие. Какое? А не так, сначала нужно показать, почему это было сказано. Он такой, так, позвольте мне бинокль. И, в общем, на экране, который перед ним большой, скан ауспексами пространства Парменио. И мы там видим, что? А вот те самые два пресловутых континента, которые были в первых главах мною описаны. Там присутствует континент Галатан, который уже под тлетворным влиянием Нургла находится. Это восточный континент. И западный Келитон. Если ты помнишь, между ними такой узкое было, узкий пролив. И там стоит этот город Тирос, где как раз наш этот лейтенант там бегал с сестрой битвы, и святую они там нашли. И речное море, да. И вот Тирос, который между ними, это узкое бутылочное горлышко. Вот. И если Галатану уже плохо, его столица прям погрязла, то Келитон, он держится. У него нет никаких признаков заражения, потому что там не выстрелили гвардейцы смерти. А еще есть южный, ну, континент. Ну, ему как бы... Ни холодно, ни жарко от всего происходящего, потому что там, да, там мало, в принципе, очагов жизни, в принципе, было. Некого заражать. Да, и он смотрит такой, так, хорошо. Угу. Он смотрит на простор, Парменио, на Галатан в первую очередь, ему так больно становится. И чувствует тетрарх Феликс такой, мы отомстим, обязательно отомстим. Жлиман такой, да, сейчас мы их всех выжгем дотла. Вот здесь ключевая точка, я чувствую, вот здесь находятся часы Мартириона. Но, сэр, они наверняка, мой лорд, они приготовились к этому, это же ловушка. Ну, конечно, ловушка, мой маленький Феликс, ловушка. Но мы пойдем прямо в нее прямиком, потому что другого выхода у нас нет. Посмотрим, что можно. Вархаммеры так говорят. Конечно. Я знаю, что это ловушка, но мы идем туда. Да. А потом такой, блядь, мы в ловушке. Он такой, так, сканеры дальнего действия, активировать полный анализ. Давайте посмотрим, что там находится на поверхности Галатана. И они сканируют, и видят, что там просто завихрение желтого этого тумана, огромные вихри, как эти вот у нас, знаешь, на Гизмете его показывают, такие желтые закручиваются, и не видно ни черта. Ну, потому что гигантский смог сквозь него не пробраться. И он такой... магии, колдовство. И опять Феликс такой, черт возьми, наверное, сам падший там, ну, Мартирион. И
Опять Кустаянец такой колкан. Он наверняка укрепился там, но я не видел его флагманов здесь. Это всего лишь какие-то жалкие ренегаты. Где основные силы тогда? А Жлема такой, да ты не спеши. Мой брат уже давно не брат. Это демон. Дьявольское отродье. И ему не нужны корабли, чтобы свою тушу куда-то переместить. Харит. Ну да, так что он и правда может оказаться там, лишь по его желанию. Он такой, ладно. Тут ты меня уел. Ну, он просто так стебет кулкана, и вот он так... Его просто, конечно, пидорится этого немножко. И Жеман говорит, хорошо, компенсируйте атмосферные условия. И там как бы картинка, как у хищника, сменяется спектр. И он видит внутри, что происходит за туманом. А там... за туманами, вечными пьяными. Там город. Город, там все покрыто грязью, растительности больше никакой нету. Ему больно от того, что он помнил этот мир, он же примарх. А теперь тут такое творится. И он такой, покажите мне город Гекатон. Выхватывает участок земли, где должен быть город. А там просто какая-то каша. Каша из черных рек непонятных, какое-то болото превратилось просто. Разбитые дома абсолютно. Там, где были сады, теперь какие-то надстройки, не пойми чего. И какие-то как будто все оживает, просто движется. Демоническое все. Да, и сейчас опять спектр меняется, и черные завихрения. Заработали псиокуляры, которые стоят на ярости Макряга. Псиокуляры позволяют видеть природу варпа. И он такой, о, вот оно. Там воронка по центру города, из которой такие щупальца черной энергии уходят. И он такой, отдалить. И видит, как они расползаются едва-едва, ну, по всему континенту, касаясь даже других. Ну вот. И он такой, ага, вот и оно. И такой голос такой, сэр, варп-поле, мы засекли варп-поле. Он такой, хорошо, давайте мне весь контроль над Авгур-массивом. Да, сэр, есть, сэр. И он начинает на этом тачпаде, ну, как бы, информацию выискивать, где же что-то ему нужное как находится. Том Круз, по своему мнению. Да. И он такой, вот оно. И делает зум на какой-то огромный комплекс, казалось бы, разбитый, заброшенный. Он такой, здесь. Варполя защищает его. Приготовить противопсахерские торпеды. Да, сэр, есть, сэр. И Брей такой, о, сейчас пойдет жара. Сэр, вы же знаете, у нас их не очень много, потому мы обязаны не промахнуться. Ближе корабль. Такой, еще ближе? Да, еще ближе. И ярость Макрага подлетает ближе к планете. Еще. Ну вот. Тетрарх Феликс, вы получили приказ. Да, сэр. Феликс уходит. Побежал. Вот. И сейчас они готовятся сдать залп. Залп из своих суперкрутых этих противопсакерских торпед. Расстояние до планеты 32 тысячи километров, сэр! Все мощно тормозные двигатели. Ярость затрещала, загрохотала, металл устает просто, визжит. И мастер Ординатум такой, сэр, батареи заряжены, готовы к обстрелу! Он такой, ну так а что ждем? Команды моей, ждем, когда будет 2000 километров. Сэр, но это же вот как бы... Ну, это 2000 километров, это близко. Это вот как бы вот. Если планета вот, то это примерно вот тут будет. Это ну, как бы да. Вот, и он такой, мы же не хотим промахнуться, да? Брей. Брей такой, ну да, не хотим. Ну, тогда вперед. И они там отчитывают, как тык-тык-тык-тык-тык. А ему по воксу там раздается, типа, как тетрарх такой, мы погрузились, да, готовы торпеды абордажные. Он такой, отлично, отлично, такой счетчик. 2000 километров. Он такой, огонь! И Брей такой разворачивает, огонь! И такая цепочка приказов, есть огонь, есть огонь! И такой, огонь. И затрещало такой. Разворачиваются огромные эти вот пасти торпедных отделений. Да, торпедных отделений открываются. И оттуда, в общем, в диаметре 50-метровая торпеда вылетает. Их 12. И Ардиан там такой, снаряды пошли! И Колкан такой, мы находимся слишком близко для орбитальной высадки. Они же уязвимы. В обычной ситуации это было бы правдой, мой любимый Колкан. На нормальной дистанции такой херни сотни, ну, километров, да, тысяч. А
Сейчас всего две. Для чего я это делаю? Ну не будь двоечником, Колкан. Для того, чтобы щиты Макрейджа, ну ярости Макрейджа, смогли прикрыть нашу абордажную высадку. Вот, и чумной флот не смог просечь, что мы тут творим. Он такой, и замолчал опять. Как это мудро. Да, и после этого он такой, а теперь ты мне слышишь? Слышишь, Феликс? Поехали. И так, и абордажные торпеды полетели, полетели. Ни одного корабля, по сути, не полетело, кроме абордажных торпед. Они все вылетели, и он такой, и теперь основные звенья флотские вперед. И потом уже Тандерхоки, Интерцептор, и все вот это вот дерьмо туда просто полетело. Плюс корабли прикрытия, которые находились рядом, выпустили в своего чрева какие-то суборбитальные корабли. Ну вот. Просто роем туда. И летят. И решили высадиться на планету. Да. А Желиман на корабле. Фишка в том, да, что они находятся очень близко, начинают там стрелять уже такие вспышки, он смотрит, просто сидит и смотрит, и все молчат. Почему молчат? Потому что это очень важные торпеды. Комплекс окружен варп-полем. В отличие от какого-то бренного там поля, ну, щитов, войщилдов. Это херня. Войщилд там пиу-пиу, устал, исчез. Варп-поле — это сгусток варпа. То есть, влетая в него, варп-прослойка, ты влетаешь в никуда. Ты не можешь его пробить. И вместо генераторов, которые питают войт-щилды, находятся конклавы волшебников хаоса, которые режут постоянно кого-нибудь, либо себя, если некого уже резать, читают мантры темным богам и подпитывают варп-поле. И чтобы пробить его, нужно особое средство. И потому среди сонмища летящих этих вот крафтов разных, хоков и прочего, огромные, тяжелые вот эти вот гильзы гигантские летят. Это псайкаут, ну, антипсайкерская торпеда. Древний механизм, которых осталось там единицы в Империуме, каждая на вес золота. Представляет она из себя многометровую просто бронепрошивку. Огромную. Среди слоев переборок, которые располагаются сервиторы орудийные, управляющие системами подавления ПВО. И вот первые ракеты полетели такие с земли, такие пушечки разворачиваются, ракета взрывается. И перед этой огромной торпедой находится такое прям кольцо из распылителя для газонов. Только распыляет эту мелкую дисперсионную какую-то тягучую жидкость. И вокруг них из-за этого распыления блестючая, просто сверкающая жидкость. Она такая... Комета из трасс летит. Почему? Потому что лазерные батареи паляют. Отражают. Да. И они просто все гасятся, большинство урона. Те, что проходят, они слабой мощности, либо покасательные, они просто не могут пробить жирную многометровую эту оболочку. Она просто падает тупо туда. Ну вот, и там сервиторы. А все почему? Потому что есть внутри, в чреве этой огромной подлодкой торпедины, находится маленькая комнатка, в которой 6 барабанов, вот таких 6 цилиндров в 3 ряда, 18 в сумме цилиндров, и в каждом которой находится Нескафе Пария, свеженамолотая Пария. Отлично. Вот так вот. Порошочек из Парии. Вот, и они летят и опускаются, и все молча смотрят. Потому что они должны добраться до этого варп-щита. И чтобы это не казалось, что, о, смотрите, блестячки летят. Ради этого еще присутствует мясной щит. Это как раз те самые валькирии, тандер, эти болты и прочее, что просто летят такие, и суицид дайв делают, пытаясь подавить. И Желиман такой, типа, ну давайте, подможем им. Открываются как раз орудийные порты, и макропушки выкатываются из ярости Макрейджа. И он такой... Ну, ему жалко Пармению, и он такой, давай. И начинает бух-бух-бух. Куда они стреляют? Варп-щит? Нет, по как раз ПВО. Он окружает именно маленький участок этой крепости, а они ПВО просто сбивают все, они начинают по ПВО давить. Причем стараются делать так, чтобы не привлечь очень много внимания при этом. Вот эти вот корабли прикрытия, они стараются именно пробить, ну, ПВОшки все уничтожить, иначе, о, концентрированный какой-то вот удар в это место. И потому и ярость, и корабли, они размазываются по гекатону. Ну, по столице, вокруг, как бы отвлекая внимание от этих торпед. И он видит, как они летят, летят вниз, и такие, 12 всего их. Минута до столкновения! Это мастер-ординат умрет, такой, понятно. Десантная группа, следующий кадр, и там абордажные торпеды.
Ну, ты понимаешь, что абордажная торпеда, чтобы врезаться в невесомости в корабль. Да. А сейчас она врежется в землю на безумной скорости. Почему бы и нет? Почему им нужна безумная скорость? Они уже почти нагнали эти торпеды, которые перешли сначала перед ними. Почему им нужна безумная скорость? А сейчас мы узнаем. Ну вот. И он такой, группа близка уже. Да, все по плану. Правильно рассчитали все. Точно рассчитали, сэр. У них будет время. У них точно будет время. Ладно. И тут какой-то проблеск. Какой-то легкий проблеск. И он смотрит такой, оп, торпеда одна взорвалась. Подбили ее. И такое облако начинает оседать. Пария пыль. Пария даст. Такой потихоньку вниз. Он такой, ладно, к черту. Все напряглись немножко. Но тут остается буквально 30 секунд, и они видят, как торпеды первые начинают жбахаться в этот щит и исчезать в нем. И буквально мгновение спустя просто такая и прореха. Огромная просто прореха образовалась. Да. Просто оплавил этот щит и начинает сразу же затягиваться. Обратно. Все такие, да, варп-щит деактивирован. Все окуляры смотрят, там видят эту прореху, которая хочет сужаться. И он такой, мастер Авгур, время. Он такой, по моим подсчетам, минимум 5 минут у них есть, максимум 10. Он такой, черт, где Феликс? И тем временем, Феликс. Феликс, он в Гравис Арморе. Нормально, ну знаешь, продавать модели. Он сидит в Гравис Арморе. Капитан в Гравис Арморе. Да. Капитан в Гравис Арморе, в абордажном торпеде. И такой, блядь, ладно, Тандерхок. Обычно-то все привыкли, ну то есть космодесантики, десантируются, нормальная тема, даже для них. Но, блядь, в землю вот так вот под прямым углом вниз лететь, прямо вот плохой план. И вспоминает такой, как ему говорят, что ты слышишь, механикус нам, да, такой, нормально, я рассчитал, у тебя процентов 33% выжить. 33 достойный шанс. Берешь? Беру, блядь. Сказали, нормально, покатит. Ну, такой, нормально, значит, покатит. Это самое на 5+. 5+, да, выжить у тебя есть шанс. Вот. И он летит вниз. И думает такой, черт возьми. Его качает реально. И он такой думает, какой будет силовый удар? И размышляет, что вот, я лечу на торпеде. Абордажный. По пространству. Почему торпеда? Потому что я должен нагнать вот как раз вот это вот пробитие торпедной антипсайкерской, и после этого сразу за ним влететь. Иначе просто не успеем. Если бы мы высаживались там с каких-нибудь других десантных кораблей, ничего бы не прошло уже. Мы просто бы не успели. Там наверху летают тандерболты, какие-то отвлекают внимание, эти вот просто огромные вот эти мешки, бух-бух, щит пробили и все. Они бы не успели это сделать. Вот. И сейчас он такой смотрит на свой щит, а там два таймера. Один таймер время до прибытия, ну, до посадки жесткой, а другое до передает сигнал, когда эта штука схлопнется обратно. И там примерно два одинаковых таймера. Минута. И он такой уже, блядь, ему стало не по себе сейчас. Неохота никому умирать в варпе. Пармения у близко, ревет просто торпеда, ее колбасит. Ну, потому что обычно на невесомости летишь, нету сопротивления. Это все потому, что они же Лимана послушались. Зачем было это делать? А сейчас ты идешь сквозь среду, у тебя колбасит, да еще и выстрелы везде. Ну вот, и он такой думает, так, хорошо. А может сейчас вообще в атмосфере сгорим? У нее описывается структура, керамитовое покрытие впереди абордажной торпеды, да, чтобы себя мельтер языками же не оплавить херам. А все остальное? Да, это хвостик. И он смотрит, там зад просто худуном ходит уже, там болтики там трещат, он такой, так, понятно. Это знаешь, как это, помнишь, был в Футураме эпизод, когда они на их Планет-Экспрессе на корабле под водой были. Говорит, сколько атмосфер выдерживает этот корабль? Ну, типа, это космический корабль, поэтому между нулем и одной. 500 атмосфер. Ну, в общем, да, в космосе немножко все по-другому работает. А он рассуждает, что абордажная торпеда – это корабли, а это мы летим просто под прямым углом вниз на землю. Ну, да. Отличный план, спасибо. Сейчас я вспоминаю, как Марк Волберг летал картошку в тряпке накрытом модуле с Марса. Такой, пока, ребята, ну мы, говорит, снимем это, сюда кроем там парашютом и вперед. Штофельный тяги. Там на Марсе хоть атмосферы не было такой. Прям совсем. Ну, в общем, он такой думает, ну ладно, хотя бы тут не прогадали парни, кто планировал. Это реально скорость большая у абордажной торпеды, и мы сейчас нагоним этот маленький моментик. Вот. И там кто-то стреляет по ним с собой, но они успевают влететь буквально там в секунду, а он видит, что счетчики, да? И такой думает, ну вот сейчас. И все напряглись, и тишина в торпеде, и по воксу ничего не говорит.
А потом удар жесткий такой, что он, ну, прикидывал, конечно, сейчас я как-нибудь попробую в Гравис Арморе, там, ну, нормально. А потом как его тряхнет, просто позвоночник ему выворачивает и отрубается. А после этого током. Костюм такой, ты что, спишь, салага? Он видит, что отрубился хозяин. И его там электродами натыкивают хорошенько. Такой, блядь, разряд. Приходит в себя. Такой, отлично, спасибо примитивным космическим технологиям железяка. Ну, абордажной торпеде. Типа, сработало вроде. Открывается эта вот хреновина. И он первый выходит. Думает, такой, что я первый выхожу? Обычно первый выходит, погибает. Потом вспомнил, я ж теперь капитан Тетрарх, точно. Выходит, такой, всем стоять, это полиция! Тишина. Никого нет. И, да, никого нету. И такой... Смотрит, и там лужа. Лужа из плоти и слизи. Она оплавила. Она реально буквально за 5 секунд прошла, которые им казались вечностью. Она впилилась в бункер, их отрубила, и она прошла вот это пространство бункера за 5 секунд. И так выблевала их. Причем она бурила уже плоть. Какую-то мерзкую, как будто такую розоватую плоть с гнильцой. И сейчас она, эта торпеда просто оплывала вот такой вот этой плоти и слизи. И он такой ходил по ней, такой, ёперный театр. То есть они в какую-то жопу, блядь, здесь маслянистые. Это уже бункер, который... Мутировал. Да. Он выходит такой... Вперед, мужики! И за ним 5 риверов. С ножами. Он вел отряд. Да, он вел отряд риверов за собой. То есть ему не могли дать агрессоров. Нет, нет. Они должны были двигаться быстро. Чувствуешь? А, Гравис Арморе. Да. А почему Гравис Арморе? Потому что, видимо, другой коробки тогда не было. Не было в этом самом Фобос Арморе. Да. Ну это просто тоже так подумал. Стелсеров дали. Стойте, ребята! А он на 4 дюйма. Пдым. На 4 же, я помню. На 5. Все равно риверы там. Пока. Вот. Ну, в общем, выходит за ним пятерка отделений его, риверов. Они такие все тактикульно осматриваются. Целая бордажная торпеда на 6 мудаков. Ну, сейчас узнаешь, насколько. Выходит, и все мерзко. И ты почему-то ходишь, он посмотрел уже вниз, а теперь не видно. Желтый туман до колена почти поднимается. И что-то там такое, как будто по его ногам, как змеи какие-то слизь. Какие-то побежал куда-то в темноте. И свет только от едва-едва видного освещения блюднющего, потому что плафоны, они уже настолько засраны. Знаешь, когда засраны плафоны? Засижены мухами. Вот. И мух до хрена понятно по нему ползает. И освещение такое едва-едва. И он такой, визоры. Там какие-то глаза у него в темноте смотрят. Знаешь, как у кошек в ночном зрении мелькают. Какие-то много маленьких глаз, а с каждого угла. Смех, побежали глазки. Он такой, мерзость. Один глаза у парней. Они всех их имена, но поверьте, они ему будут нужны. Вот, они зовут парней, сержант отделения, он такой, черт возьми, этим невозможно дышать, такая вонь. Он такой, в таком случае проверить герметичность костюма. И автор описывает, что какой же крутой Гравис Армор. Он реально полностью герметичен. И он может быть уверен, что эта зараза не проникнет внутрь. Но то, что он дышит чем, оно прям обжигает его глотку. Даже вот этот фильтрованный воздух обжигает глотку. И он думает, блин, реальная атмосфера тут. Не хотел бы этим подышать. А риверы? Вот. Как же? Они как раз, они в шлемах нормальных, они не голенькие. Но у них армор. Тоже герметичность полная. Ну вот. И там тоже автор описывает, что это позволяет им даже в безвоздушном пространстве быть. Mm-hmm. Рассредоточились, посмотрели, все чисто. И сержант такой поднимает руку. Безмолвный рыцарь вои! Вы можете покинуть торпеду. И там такая жопа выкатывается красивая. И деваха такая спускается в павер-арморе. Такая чпок, чпок с торпеды, чпок. И такой туман вокруг нее. И эта кожа гниет, чернеет и рассыпается в прах. И она ходит не по настилу из плоти непонятной, а по ферокриту, по бетону. Бдынс, бдынс. И выходит баба с мечом. Бдынс, бдынс, бдынс. Ну, обсидиановые рыцари вои, Ашира вои, это сестра безмолвия. Как она пережила, автор не описывает. Какого черта? Отрубила Гравис капитана, как бы выщелкнула просто из сознания. Но она выжила. Она должна все кости раздробить. Мы опускаем этот момент. Она выжила. Она появляется, вокруг нее все это дерьмо тает. Вот. Она подходит, начинает капитану жестами показывать. Это язык, на котором она общается. Феликс насладился тишиной, когда она подошла. Потому что жужжание мух и этот груз, который начал сразу давить на него, ну, когда ты оказываешься в владениях как бы чумного бога, он сразу исчезает. Когда она подходит, он такой... И воздух стал чистый вокруг.
И дышать сразу нормально. Ну, приятно сразу становится дышать, да. Вот, и подходит к ней и говорит ему. А он смотрит на нее, и у него сурдоперевод. И женский голос озвучивает то, что она... Он как бы считывает сигналы в шлем и сразу переводит этим Google, видим, переводчиком. Как бы, помнишь, женщина Google переводчик? Это технология, я понял. Да, именно так. Типа, ваш сержант прав, место утопает в варпе. Она такая посмотрела, вытащила огромный меч до своей спины, блин, вонзила его вниз. Такая прислушалась. Этот запах не свойственно нашему измерению, работа чумного бога. Вы просто посмотрите. Она подходит к Феликсу. Ну вот, опять все это разлагается вокруг, гниль осыпается просто около Феликса. Вот. И она такая, чувствуете? Можно дышать. Вот это настоящий воздух. Ну, само собой, она одной рукой это показывает ему. Вот, жестикулирует, мысли-знаки сотворяет. Это какая содержательная беседа. Да, они общаются на мысли-знак. Ну, это язык немых. Ну, да. Вот. И она такая... Смотрит на него, он такой... впечатляюще. Она такая... Я есть анафема для этого места. О, но вам суждено узнать истинное значение этого слова чуть позже, когда устройство будет деактивировано. Нюхайте от меня далеко, если хотите жить, тетрарх. Физические нетуги не способны причинить вам много вреда. А вот это вот все, такая рукой поводит, который, вот коридор, который рвет, такой гнилистый. Кишка. Вот это вот все, да. Вот это вот все, ядовитые пары и прочие, способны отравить вашу душу. Без меня вы можете пасть их жертвой. Вас понял. Мы будем защищать вас. Не рискуйте понапрасну. Она такая. И меч обратно себе. Ну вот. И ее на самом деле не надо защищать. У нее доспех более легкий. Доспех веры, так называемый. Паттерн вратин. У сестры безмолвия. Это рыцарь забвения у нее титул. Вот. И она... Очень крутая. Это высокий титул в иерархии сестер забвения, тишины. Вот. Она очень крутая. И он, в принципе, знал, кто сейчас с ним шел, но все равно он сказал, как бы, пожалуйста, мэм, ну, в сторонке. Она такая, окей. И они пошли дальше. И она замыкала. Но на самом деле она замыкала, чтобы прикрывать их спины скорее, нежели чтобы они ее защищали. Потому женщина как надо тут. Вот. И они шли дальше. Они смотрят и понимают, что опачки, а планы-то уже не работают. Сержант, у него огромный успех, такой, так, что-то нихера не понять, перестроено все. И Фрикс думает такой, ну да, смотрит, это уже не коридор, это гигантская кишка реально идут. Вот эти вот характерные, такая вот гофра, такая живая гофра. Он такой, ага, как будто что-то переварило все это здание и заново создало внутри. Вот, но все живое, но когда она идет, сестра безмолвия, все это гниет, умирает и рассыпается. Это их прикрытие. Ну вот, они прошли пару метров, но вот так вот. Ну что, можно выкатывать его? Он такой, да, пора. Он такой разворачивается, нажимает что-то, и у торпеды сзади такая выезжает херовинка, выезжает сервитор. Сервитор на траках. Гусеница. На траках, да, на гусеницах. Катафронт выезжает. Это кентавр. Только у него сзади контейнер. И в этом контейнере видна сфера, абсолютно черная сфера. Знаешь, как такая глубинная бомба Второй мировой войны. Какое-то это блядское Call of Duty получается. Ну вот. И они такие та-та-та-та-та подъезжает та-та-та-та-та к ним. Нормально, устройство в порядке. И она такая осматривает его. Типа, а нормально. Как она пережила? Вот именно, не спрашивай, блядь, просто. Такая, да, оно будет работать. Они такие, окей. И черная сфера вместе с ней катилась вперед по этому комплексу. Ну вот. И где-то там землетрясение, потому что остальные капсулы, они обложенные торпеды, да, пробили. И пошла битва. И какой-то такой стон по коридорам. И такой звук. И один из риверов такой, мне нравится это место. Все такие, думаю, это взаимно. И женщина, сестра безмолвия, такая, туда. И они пошли по кишке этой. Ну вот, и идут они, идут, наблюдают эту картину нурглевого доминирования, понимают, что идет бой. Они не могут сражаться ни с кем, потому что боятся себя вскрыть. Сестра безмолвия для того, чтобы колдуны, любые, которые присутствуют, да, они просто не видели. Но он понимает, что простейший ауспекс выдает их
присутствие здесь. Ну вот, потому что двигаться быстро. И сейчас где-то там Сикарий вместе с Викторикс Гордами там устраивают как бы «Просрёмся!» О, господи, «Просрёмся!» «Сейчас вы просрётесь, пидорасы!» Устраивают отвлекающий маневр и как бы на себя стягивают основные силы. А они, вот такой спецоперацией, спецгруппировкой идут. Идут по направлению к ядру. Им нужно попасть в центральный реактор, который питает... города? Не города, этого бункера, ну, да. Бункер. Ну, города, это да. Это бывший города. Центральный реактор города, который питает своим плазменным ядром все близлежащие районы. Это как мега-АЭС 40-го тысячелетия. Зачем они туда им попасть? Потому что там находится то, что питает варп-щит, который накрывает очень важные участки. Колдуны. Ну, возможно, да. Варп-щит, то, что питает там. Им нужно с этим делом разобраться. Короче, это диверсионная группа. Именно так. И они опасаются гвардии смерти, но они не находят, нету их тут, нету их присутствия. Вот. А Шировой идет с ними, Псайкеры их не видят, и вроде бы ничего. Но вокруг плоть одна вот эта вот срань, и он-то молодой, по сути, ему 10 тысяч лет, конечно, Феликсу, но как состоявшаяся личность, да, он молод. Вот. И он размышляет, что это похоже на биотехнологии, скорее, какие-то помесь металла и плоти. Ну, это какая-то ересь. И он говорит, как бы, это напоминает мне уже не задание, а путешествие в лабиринты безумия. А риверы просто молчат, потому что всем не очень хорошо. Во-первых, присутствие парии, ну, сестры безмолвия, это уже не очень круто. Ну, в принципе, для любого человека. Ну, вот. Так и все вот это, все, что происходит вокруг. И они спускаются в какой-то коллектор, и оказываются по пояс в жиже, в черной жиже, в которой плавают гигантские черви. И они этих червей там ножами режут, просто идут. И только сестра безмолвия, которой черви не могут даже подлететь толком, ну, подплыть толком. Ну вот, она просто идет между ними с мечом, как этот, как Конан. Уже расплывает. По грудь почти да, в воде, да. И вокруг нее вода чистая становится. Чистая. Ну вот, и они проходят по этой жиже. Такие, да сколько можно идти? Он такой, о! Кончается жижа поднятым полом. Ну, как знаешь, коллектор кончается. И проход какой-то. Он такой, видимо, здесь это был какой-то гидроотвод. Ну, система охлаждения. Но они подходят, поднимаются и входят в этот проем. И там, хопа, колодец гигантский. Ну, такой. И вниз уходит колодец. И мостик, по которому можно идти. Знаешь, по бокам такие. Ну, карниз такой, длинный карниз для пешеходной доступности. И он ведет, по сути, в центр. На другом конце такой мостик, который в центральную колонну ведет, который по центру колонна большая растет. Он такой, о, вот там оно. Вот там находится главное ядро. Нам туда надо идти. И они проходят и видят, все развалилось. Прогнил вот этот вот настил. Там же все состоит буквально из гнили, смрада, вот этот вот смесь из костей, плоти и прочего. Он такой, хотел об стену прикоснуться, такой, ебать. И там что-то лицо что-то осветил. Ну, не прожектор же на грависе. Стены, а стена вот этого вот колодца гигантского, это люди. Это просто люди, которые вот, помнишь, был адвокат дьявола в конце, как панно из страдающих тел начало двигаться. Только вот не двигаются. Это просто люди спрессованные, намешанные. Башни из людей. Да, ну, стены. Из стены людей. Из людей. Просто обитые. Стены, обитые людьми. И один из риверов такой, это персонал обслуживающий. И он такой думает, да, тут куски инструментов в некоторых руках остались, части одежды. Ты и все это слизь. Помнишь, 300 спартанцев, они стены из трупов точно, построили. Точно. Вот такая же. И все это слизью, чтобы, знаешь, как бы... Скрепить. Да, скрепить слизью. Мерзкой. И они такие, а-а-а, ну хоть они не оживают. Это как в фильмах ужасов, знаешь, только стена падает из людей. Ну вот, это вся стена из мертвой плоти. Он такой думает, ебать, они столько людей поубивало. Они работали здесь, и все, и конец. И всего за 3 месяца, а эта компания 3 месяца ее, как мы помним. Ну вот, за 3 месяца это вот это все превратилось, вот так извратилась структура этого комплекса. Такой, жесть, думает про себя Феликс. Это просто жесть. Они проходят, вот, и тут вот этот участок, ну вот этого боковой дорожки, он совсем сузился буквально до 2 плиток, которые там, дай бог, метр шириной. И они проваливаются почти. Ну и, конечно же, Ашира такая, ну-ка, съебал с дороги, разбегается, прыг, и перепрыгивает. У нее легкий доспех,
сервоприводы, позволяет ей толкнуться, и она легко преодолевает эти вот там пару метров, да, перепрыгивают. Но даже не думая об этом, вот, не ступая по ним. Потом Феликс такой, ну ладно, и она такая ему, ты слишком тяжелый, жиробас. Если ты обвалишься, то что будет? Тебя мы оттуда не поднимем, это смерть. Он посмотрел такой, сервитор, эта хуйня весит, как я. Если я пройду, пройдет он. Если я не пройду, не пройдет он. Такой, давай я рискну. И он такой, идет, там все трещит, эти плиты прогибаются под ним. Он такой, воу-воу-воу-воу-воу-воу, и успешно прошел. Ривер такие, фу, батя сделал это. Ну и, конечно, пробежали. Да. Ну вот. И тут у одного такой сканер. У сержанта. О, к нам, возможно, сейчас будет компашка гостей. И они такие, о, понятно, все такие. И их костюмы, которые до этого в бесшумном режиме работают. Вот зачем, когда у тебя гравий сбоку чудящий, я не понимаю. Но они все в бесшумном режиме ходят. Но сейчас они вырубают его. И теперь в нормальном, полном боевом облачение находится, потому что когда у тебя костюм в беззвучном режиме, на самом деле ты не такой крутой и сильный. А сервизор типа не шумит. Я говорю, да, одного грависа бы хватило. Бжж, 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 бжж. О, монетка! Ну что это? И сервитор едет, последний. Не последний, там еще замыкает один из риверов. Все хрустит под ним. Но он все-таки смотрит, давай-давай-давай-давай-давай-давай, даю-даю-даю-даю-даю, опачки! И плитка под ним одна проломилась. Он такой, воу, навис. И его кандидатор в голове такой, простенький очень, типа, опасность, опасность, сдай-ка назад, дружок. Драки заревели, сдает назад, но под ним пол начинает проламываться, и такой, обваливается, под углом спускает, знаешь, ровненько такой, бам, сюда. И он такой, ой-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 ой, и остановился на последней плитке. Все такие, нет, Ордода 2. Не надо, Си-3PO, как его? Си-3PO, господи. Си-3PO, нет, скорее. Он такой, о-о-о-о. А смысл он, потому что насадился на балку, которая, ну, сломанная внизу была. И он такой, и насадился на эти прутья металлические. Он такой, из него кровище льется. Он дрыгается, и чем больше он дрыгается, тем под ним хлипче становится осевшая эта вот плитка. Они такие, а бомба! Сестра такая, если бомба ебанет, все, ну как бы она упадет, и это ей точно не пережить. Они такие, а что же делать-то, сервитор? И он такой, и все такой, подох, видимо. И он такой, Феликс такой, сержанту, отрубай его, да я отрубать пытаюсь его. Траки в другую сторону крутится, да, а он такой еще подрыгивается в конвульсиях, такой, ну сейчас сорвется, и он реально срывает, такой, и он саживается и как падает в эту пропасть. Тут такие моменты просто, вот как они могли бы спасти его? Риверы. Гарпуном выстрелили. Молодец! Ну я же минки их собирал. Да. Они гарпуны. Он летит вниз, и у него так тело протыкают два гарпуна. Бдыщ, бдыщ, с двух сторон. Причем у меня заказчик говорит, собери, сука, всех с гарпунами. Гарпунами. Чтобы у всех были гарпуны. Ну, в общем, они его протыкают гарпунами двумя. Один из парней такой, как бы, как помнишь, в «Матрице» Нео вертолет держал. Это оно. И он такой, воу! И такой, оп, встает на краешек. И такой наклоняется, и чувствует, что под ногами слизь скользит. И он такой, ай-яй-яй-яй-яй-яй! И его хватает второй такой за плечо, такой, братишка, держись! И они оба такие скользят. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Думаю, блядь, это же Power Armor! Ну, чё ты, как тряпка-то? Ну вот, они такие, я не могу больше! И реально скользят по этому маленькому полутораметровому настилу, такие, уже секунда. И один из них такой говорит, такой, я цепляю груз! Такой, пым, щелчок. Ну вот, и сервитор такой, на дно полетел. Вот, но тут, конечно же, там, они такие подтаскивают эти крючья. И на крючьях, конечно же, бомба. Потому что третий из них такой, попал ровненько в этот контейнер, закрепился за него, ну, ключами. Я, блядь, не могу больше эту хуйню слушать. Его подтащил, он такой, нормально. Почему, блин, не мог этот ебучий капитан ее подмышкой просто нести, вот объясни мне. Да потому что так модельки не продать. Кого, сервитор? Нет, крутых парней. Почему он доклеить их с ключами? Чтобы если ты будешь миссию на бомбу играть, ты придумал. Это не релик такие. Давай дадим релик, блядь, вот этой хуйне на ножках, на гусеницах. Нет, давай, блин, дадим релик, не знаю, дредноуту хотя бы. Ну, капитан Грэшев взял подмышку и потащил эту бомбу. Ну, в общем, да, они охраняли сервитора все это время, хотя зачем, казалось бы. Потому что так и так пришлось двоим риверам, двум, нести эту бомбу в любом случае.
А ну как на нас нападут, а мы с бомбой. Вот. И они такие заходят до этого мостика в центр, в эту центральную колонну. Он такой, как устройство, нормально, все цело. И тут опять пип-пип-пип-пип. Ну, елки-палки. Сейчас, возможно, будет контакт. И Феликс такой, ладно, я пойду. Ой, куда? Такая, ты понимаешь, что там, за вот то, что находится, там бобо. В смысле? Ну, я вижу, что там бобо. Я это чувствую. Он в реактор в зал хочет попасть. Да, там не реактор, дружище уже. Там огромная жопа. Нурглицкая, видимо. И если туда пойдешь, как бы нормально плавали, знаем. Такая давай, я посмотрю. Я здесь с собой. Да, такой, я посмотрю, такой, и все будет нормально. Он такой, туф-туф-туф, I'll be back. Вот, открывает, в шлюз заходит, закрывает, открывает такой, опа, а что у нас тут? А там вот этот звук, который был, бу-бух, еще раз, бу-бух, бу-бух. Вместо, да, вот этой маленькой звезды, там гигантское нурглевое сердце, которое занимает 3/4 комнаты. И вот эти трубы, которые раньше давали подвод питания или плазму вкачивали туда, теперь это такие сосуды гнилистые, которые транслируют прямиком что? И хор. Варп. Варп. И он такой, типа, пальчиком такой. Варп! Варп! У нас варп! И такой думает, Скитлс прочел. Ой-ой, как-то голова закружилась сразу у него. Такой, ай-яй-яй-яй-яй. И сердце такое, знаешь, как фильм, когда такой зум, такой, с вращением камеры, ду-ду-ду-ду-ду. Он такой, воу-воу-воу. И расщелина, ну, которая идет к сердцу, только расщелина прямо перед ним, 6 метров, обрывается, это вот вены всякие гигантские ходят куда-то вниз туда. Ну вот, он такой, воу-воу-воу, как страшновато-то. Бомба. Надо как-то бомбу... Ой, голова такая кружится. Сразу а у него давление, которое здесь, это источник варп-подпитки всей этой херни, которая, в общем, собирает, видимо, со всех этих колдунов энергию и как бы ее преобразует. Это основа основы. Вот здесь. Почему? Червоточина. Сестру безмолвие с собой не. Так вот, он же крутой чувак. Думал пойти посмотреть, разведать. Он такой, а теперь головка-то кружится. Ну вот. И такой, думаю, сейчас я развернусь. И тут такая сбоку такая просто баба молча. Бежит, бэм, прыгает. Он такой, что, блядь, происходит? Она просто молча пробегает такая мимо, как Исимбаева, знаешь, такая. Прыгнула, пум, 6 метров перепрыгнула. А, встала прямо перед сердцем, а, взяла меч. И такая. Он такой смотрит, ёбана в рот! Смотри, такая. И в эту вот зловонную вагину такая заходит. И она закрывается за ней. Он такой. Как Макэвой такой, блядь, что происходит? Прошла секунда, вторая, через на третью секунду опять такой меч высовывается, разверзает, выходит вся в говне, из нее кишки сзади вываливаются, кровища, она вся в крови, гнилой, черный, выходит такая, ну вот, держит вот так вот сердце как распорка, и такая ему слезнак. Тащи бомбу. Понял. Блять. Выходит, мужики, заноси. Они заносят ту бомбу. Она, в общем, раскрыла это вот сердце. Он начинает немножко так зарастать. Ну, там просто прореха такая гнилая. Перепрыгивает обратно. Ну вот, она же легкий армор имеет. Что как бы, для чего легкий армор? Чтобы прыгать высоко и долго. Ну да, чтобы сервитор заехал по специальным сходням в это сердце. Как, блядь, еще? Ну они просто, например, не знают, что там будет. Вот, они как бы готовились к всякой херне. Вот. Всякая херня произошла. Да. И они берут опять два ревера, такие, эх, раз, и два. Ну, не прыгает джим 6 метров. И закинут прямо эту вагину зловонную. С одного раза. Я тоже думаю, что, блядь, устройство надо попасть. Я бы волновался и обосрался. Знаешь, просто потому что я волновался бы, если честно. Ну да, они просто закидывают ему внутрь, так закатывается. Звезды НБА. И сердце такое... Склопывается, и такие, ну, что теперь? А сержант такой уже потеет. Я же говорил, что сейчас все придут, вот все и пришли уже. И Феликс такой, значит, по законам жанра здесь будет Last Stand. Сколько у нас время? Другой парень такой, который с сервитором был, такой, ну, бомба на 5 минут. Феликс должен был спросить, какого хуя не на минуту, либо не на 30 секунд? Почему 5 минут? Это же не компьютерная игра. Я не хочу в это играть. Я не хочу иметь шанс, чтобы они это вообще как бы, ну, обезвредили ее. Сестра такая битвы. Ну, потому что вы тупые пидорасы так сделали, я туда больше не полезу. Давайте когда держать оборону. Прямо здесь и сейчас. 5 минут, значит 5 минут. И они такие, ну ладно. Вышли из этого мостика.
на этот вот длинный мост к стенкам колодца. Это вид служебные туннели. И такие... Кто-то идет, прихохочивая и напевая веселые песенки булькающими звуками. И они такие, а ну вот, вот и гвардия смерти. И пошла жара. Появляются дефгарды, которые... О, ебать, спейсмаринчики! Ба-б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 а
меме такой в очки, этот бинокль смотрит, и я яйца такой держу. Это Феликс. Как хороши мои риверы! И он, написано, вдохновлен был их работой. Насколько они ловкие, там, кувырками просто прыгают, перекатываются, и при этом стреляют очень-очень метко. Типа духуя Джон Уики. Да! Ну вот, они там отстреливаются от этих десгардов, у которых другая крутая фишка. Им на все похуй. Они просто идут такие, укрытие, это, блядь, мостик 1.5 метра, вот такой, который по диаметру идет, это колодца, какое укрытие. Ну и ладно, в них попадают снаряды, что бухнуло, окей. И они хохочут и распевают песенки, и стреляют по ним в ответ. А укрыться-то негде. И Ривен только слышит, что кувыркаться. Кувыркаться туда-сюда. Тактические перекаты. Тактические перекаты, да. Ну вот, и такое побоище идет. Конечно, описывается, как один из них такой... Тш, граната уникальная, которая фотонка. Ну-ка, ослепляющая. Флэшбэнг! Бабах! Другой там гранату метнул. В общем, загоняют их обратно в служебные туннели. Десгардов. Ну, не очень хотят загоняться. И вот так или иначе, один из них уже погибает, Ривер. Он смотрит, что Феликс, у них как, помнишь, в чужих там, ну, состояние отряда. Типа, прямая линия как бы выбыл. Сам не помогает. Да. Типа, все, он такой, а, жаль. Дальше стреляет, они уже подходят все ближе и ближе. Он смотрит на свою могучую руку, на которой Bolt Storm Gauntlet. Там, она тоже прорекламирована очень хорошо, такой пистолет спаренный. На патроны кончаются. Он такой, а! Ребята, сейчас будет кровавый ближний бой. Мы уже хорошенько подстреляли. Он там, да, реально одному в башню болтом, она прыскает. И вот этот ветеран боев, он там описывается, чумной космодесантник, гвардии смерти, который, он как бы боится их на самом деле. Не то, что боится, он как бы немножечко испытывает, ну, уважение к их умениям. Ну, у хаоситов. Потому что он тоже 10-тысячелетний, но правильно, инфант. Он а как где сражались 10 тысяч лет? Ага. Нихуя не видно, правда. Пойду-ка я в упор на этих мужиков. ФНП свой проверю, 5-й. Большинство неудачно проверило. Одному башню разорвало. Я, знаешь, что вспомнил, в Владивостоке мы играли. Репорт. Там примерно так же было. Блин. Ну да. Это не так же там. Это прям визуализация происходящего. Идешь, и по тебе стреляют. Там, я умер. Есть прикольный момент, что видит один, что там, помнишь, развалит эти вот элементы, он такой смотрит космодесантник, хаос такой, ха-ха, и стреляет болтером по ним. О, не, нормально, не обвалится. И пошел по ним. Некоторые падают. Олег смотрит такой вниз, а что за херня? Они подниматься начинают. И причем помогает им живая эта плоть. Там руки вываливаются, за которые они хватаются. Ноги, они поднимаются обратно наверх, карабкаются. И он такой, да это же нечестно. Место читерное, оно помогает им. Когда они стреляют по ним, эти вот куски стен выкатываются, образуя заслон прямо перед чумным космодесантником. И трупы вываливаются просто. Они укрываются иногда за ними. Ну вот, и пошел жесткий бой. Он уже не видит свои пацаны, потому что перед ним охочущий аспринг-чемпион, у которого фист. Написано «старые модели». У меня он тоже такой... был в ростере. Там он плохо закончился этого чувака. Сейчас то же самое будет. Такой, у меня есть меч, силовая шашка. Ну, капитану-то. Он такой, на тебе, на, пофехтуем. Ну вот, пофехтуем. Жух, растек что-то ему. Он такой смотрит, о, ну и ладно. И как жбан даст капитану. А у того же он брюлик показывал. Просто столько рекламы, что на Unity есть. У меня, смотри, Iron Hall. И оно как это, свой доспех. Как масла, знаешь, крем для загара, все тело обволакивает. Я думаю, раньше... Я раньше думал, что шар. Ну, просто шар, сфера. Тело обволакивает все. Ну вот, и он такой... Отскакивает, там искры пошли. Ну вот, молнии. Спасло его Iron Hall, Инвуль. Он думает, ну все, сейчас тебе хана тогда. И своим... кулаком думать, надо поработать. И как воспринять чемпиона? А тот такой, знаешь, как бы не
парень, которого не удивить. И когда он замахивался, он думал такой, ну вот опять. Когда я с ними сражаюсь, с чумными космодесантниками, я как будто не могу ничем удивить их. Они все уже знают, что я буду делать. И он просто делает такой сайдстеп, такой боковой, такой легенький, такой, о, кулачок полетел, ха-ха-ха-ха-ха. А своим кулачком такой, вот тебе по печени уже размахивается. И Феликс такой думает, ну как нехорошо-то сейчас будет-то, наверное. Но этот кулачок такой, и падает, бум, на землю, прямо перед Феликсом. Он такой, ой, и смотрит такой, ой, как у тебя нехорошо, доспех сросся с костьми. Какая херня! А там реально же у него мешанина из Power Armor, плоти гнилой и костей. И какая-то черная жижица брызжет немножечко, так линейненько. Так. Нехор. Да. Он такой, а что с тобой произошло? И такой меч из грудной клетки его показался и ушел обратно. Такая, и голова упала. И баба Зейд стоит такая сзади, такая, ну ты чё, как пидорас маленький, ну кто ж так работает? Вот так надо на руки побивать. И опять такая колесом, трын-трын-трын-трын-трын других резать. И он такие, руки, ноги. И он такой думает, так, фу, где остальные мои парни? О, у одного нету тоже этой линии, но непонятно, он умер или нет, как бы, не написано? Dead, знаешь, как бы, dead, out of action. А, видимо, сигнал пропал, сигнала нет. Он такой, ну что, кто там еще сражается? Сержант такой, с этим тесаком, который как размером меч, написано, он размером с нормальный человеческий меч, тесак. Он там кого-то, пытается распотрошить. Но нихера не выходит, потому что этих парней так и не взять легко. Они отказываются умирать. ФНП. Ну вот он такой думает, ну ладно, умрем здесь хотя бы красиво. И тут ему стало плохо. Все осветило сияние, как будто солнышко маленькое. И стало совсем дурно. Захотелось блевать просто. Было бы только чем блевать. Потому что сработало устройство. Устройство черное. Это как торпеда внутри. Опять же спрессованные, натертые кубики чокопай. Чокопарий. Вот, там очень много натертых парей, и они все взорвались. Соответственно, сестра битвы, которая, ребята, вам вокруг будет дискомфортно, это еще херня, потому что теперь вокруг реально всем херово стало. И он подумал, ой, лучше бы я сдох, ой, как нехорошо. И он подумал такой, а вот душа его, как будто она такая, дементоры ее забирают. Он чувствует, что теряет реально как бы свое «я». Потому что сейчас эта херня, она выкашивает, ну, все вообще, вываливает все. И можно стать пустой оболочкой. Пустота, да. Отрицательная психическая аура. Да. Можно просто исчезнуть, грубо говоря. И он такой, мое естество! Падает на колени в гравис-арморе, такой, а вокруг него чумным им вообще херово. Они просто молча, бум, оседают. Некоторые в конвульсиях бьются, чумные космодесантники, потому что в них энергии варпа, ну, выше крыши. И такая буквально секунда, вторая, третья, он такой поднимает взгляд, и только сестра битвы, сестра безмолвия стоит, такая на меч. А мне норм. Подходит такая к одному, в глазницу ему мечом, подходит к другому, другому в глазницу, и такая просто ходит такая мимо них, и там добивает их аккуратненько, да, я ей норм. Он такой, да что ж ты творишь, бабонька? Потом, и темнота опять, свет исчезает. Он кое-как поднимается, ему сестра безмолвия поднимает его, помогает, типа, ну чё, мужик, нормально, ты как? Как, мужик? Нормально, нормально. Меня нарва покусала. Ну, в общем, Кеплер и Эфан из его отряда погибли. Первый Кеплер, второй вот Эфан, еще один погиб. Вот, но Трая выжила. Риверов, вот, все более-менее как нормально. Как раз коробочка ферстрайк. Потом ферстрайк их положили. Три ривера. Нахуй никому не нужны. Вот они. Вот они, да. Это они выжили. Кстати, может быть. И он смотрит, а вокруг как бы все... Чумные, те, кто не просто помер, так, значит, дрыгается, куда-то просто уползти. Риверы просто молча, им башни срубают своими тесаками, просто с ненавистью. Он такой думает, нихера себе. А там все разворотило. Ну вот в этом реакторном отделении нет вообще ничего. Он такой, ого, круто. И тут такой опять, о! Как в «Бесславных ублюдках», помнишь, там, выпиливают ему в конце. Сержант, ты как? Я нормально, я за мир. Ну вот. Смотри, на успехе. Новое подкрепление у них идет. Такие разом, хопа, и оборачиваются в туннель. Там такие фигуры. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. И такие. А там ду-ду-ду-ду. С бородой такой. Сикарий. Привет. Сикарий выбегает такой. Так, ну что здесь, я не опоздал? Такой, не, нормально, блядь. Вовремя, мужик, блядь. Вот как надо просто пришел. Ну хорошо, на обратно надо, сворачиваемся, сворачиваем операцию, пока еще нормально, тут все окей. К транспортам, уходим. И такой говорит такой, мой лорд,
вы молодец. А сам такой, мой лорд, блядь, щенок, блядь. Это как этот вот щенок. Ну, как-то Хикарию обидно говорить тетрарх, кто, блядь, примарис. Почему я не тетрарх? Да, ну вот, и походит мимо такой, блядь, вы тут такое бы увидели. Это просто пиздец был, и уходит мимо. Тут сестра битвы такая тоже мимо прощеголяла. Тишины. Сестра тишину тоже прощеголяла мимо. Псикарь такой оборачивается. Видал и похуже! И уходит за ним, да. Он такой, ты чё, парень, я такую хуйню увидел. Немало кто об этом знает. И конец главы. Вот так они, в общем, десантировались на Парменио, пробили щит, подавили варполе, которое угнетало их. Чумное сердце взорвали. Чумное сердце взорвали. Часы Мордариона, как они хотят уничтожить, теперь вот тут находится на Парменио. Полномасштабная высадка, уничтожение этого всего дела. Скорее нас ждет впереди. Продолжение. Вообще, это можно пролистывать главу бесконечно быстро, потому что там воды просто до хера. Самое интересное, это торпеды с этими протертый парень. Бомба, безмолвие, сестра крутая, ну, потому что прикольно описано. И тупой капитан Гарольд Хармония. Это вообще жесть какая-то. Это вот просто жесть. Ну, не знаю, примарисов не надо ему описывать. Вот в коротком рассказе я рассказывал в БК-стриме, там было лучше гораздо. Ну ладно, ждите продолжение. Да, мы очень быстро, мне кажется, закончим, потому что такими главами мы уже половину книги надо прошли. Надо к нормальным книгам переходить. Да, мы половину книги уже прошли. И вот так по уже, наверное, 4 главы рассказывая, в 3 выпуска, мне кажется, мы можем уложиться, потому что... Ладно, в 4, потому что последние 4 главы, даже 5, они очень крутые, и там нормально. Там покажут Гай Хэри, который... Видимо, опять получил подряд на продажу коробок. Он такой в конце, ну, можно хоть что-нибудь нормальное хотя бы сделаю под конец? И мы такие, сделай. Можно я же Лимана пидорасом покажу? Хардкорным. Сделай. Вот там хорошо. В общем, будет интересно, смотрите. Да. До свидания. Все, пока.